В Москве прошел парад ретро-автобусов. Мероприятие посвятили 90-летию начала автобусного движения в российской столице. Колонна раритетного общественного транспорта проехала по центру города. Затем машины выстроились в ряд, чтобы все желающие могли осмотреть их и сфотографироваться рядом со старинной техникой. Сотрудники музея рассказывали гостям об истории и особенностях конструкции экспонатов. Напомню, автобусное движение в Москве было организовано в 1924 году. Протяженность маршрута составляла всего 8,5 километров, в то время как сегодня она превышает 7 тысяч километров.